Друзья, рад всех приветствовать. Сегодня, как вы уже догадались из названия к этому видеоролику, речь пойдет о пластиковых бутылках. И я уверен, эта идея вам должна понравиться. Желаю всем приятного просмотра. Ну а я начинаю. Поехали! Берем обычную рыболовную удочку. Это будет первая идея, как можно использовать наше горлышко. Одеваем вот таким вот образом. Далее можно использовать газовую горелку, либо фен строительный. Но я больше предпочитаю строительный фен, так как он у меня есть уже. Вот такие вот получились интересные и нужные идеи, как можно применить горлышко от бутылки. Оно отлично садится, тяжело потом его снять, даже практически невозможно. Вот со всей силы пытаюсь прокрутить, сидит вообще отлично. И получается эффект термоусадки, и как бы у вас вот дополнительный карман для крючков, в огороде для семян, в разных вариациях, в лопатке, в граблях. В молоток можно складывать гвозди, ну и так далее, друзья. Вот такая вот трубочка получилась. Вы, конечно, можете просто купить удлиненную насадку на продувной пистолет. Я думаю, она стоит недорого, но у меня выходной день сегодня и некогда ездить по магазинам. Поэтому я решил быстренько ее изготовить. На это у меня ушло буквально 1 минута. То есть обрезал, заточил лишнее и все. Ну все, переходим к следующему шагу. Далее нужно взять какую-то тару, мелкое сито и просеять нужный нам песок. Конечно, песок можно приобрести в любом строительном магазине, но я решил не заморачиваться, никуда не ездить и быстренько просеять песок.
Далее, друзья, нужно вставить эту трубочку. Затем нужно вот в этом месте сделать пропил болгаркой. Буквально 2-3 мм. Должно получиться примерно вот так вот. Убираем сверло по диаметру нашей трубки. Ну, то есть у меня это получается 5,5. Затем нужно взять бутылку и насквозь просверлить отверстие в крышке. Так, ну а теперь остается просунуть трубку вот сюда, примерно чтобы по центру было отверстие для песка. Но сначала наполним бутылку заранее отсеянным либо купленным песком. У кого нет воронки, можно нагреть горлышко бутылки такой же и маленько его вот так вот расплющить, чтобы оно свободно вставлялось сюда. Все, песок готов. Самое важное правило – это нужно использовать исключительно сухой песок. Вот этот пескоструйный аппарат практически готов. Осталось подключить компрессор и проверить его в действии. Прежде чем начать пользоваться пескоструем, обязательно оденьте щиток или очки. Желательно, конечно, закрыть все лицо. Пескоструить буду вот такие вот три ржавых, кое-где даже с краской, железяки. Ну, приступаем к эксперименту. Так как компрессор у меня очень слабенький, от холодильника самодельный, поэтому будем тестировать по минималке. Так, сейчас попробуем отпескоструить баллончик от краски. Вот такой вот получается результат. Краску счищает вообще идеально. Вот, как вы видите, результат довольно неплохой. Даже вот здесь, по-моему, прогнул маленько его. Ну, я, честно говоря, очень удивлен. Качественно все это дело пескоструется. Конечно, для профессиональной работы этого будет, я думаю, недостаточно, но для домашних целей вполне сойдет. Рад всех приветствовать! Сегодня хочу продемонстрировать вам, как соединить две совершенно разных трубы по диаметру, по составу, например, пластиковая и металлическая, с помощью обычной пластиковой бутылки. Желаю всем приятного просмотра. Пожалуй, начнем. Чтобы соединение получилось герметичным, мне еще понадобится вот такая вот обычная старая камера от велосипеда. Сейчас я покажу, как ее можно применить. Отрезаем два небольших кольца и одеваем на каждую из трубы.
Далее можно взять газовую горелку. Можно взять строительный фен. Строительным феном делать это проще, поэтому я выбрал этот вариант, тем более он у меня есть. Получилось вот такое вот нехитрое соединение, которое очень легко сделать своими руками, и оно очень доступно. Но это если вдруг вам понадобится каким-то образом, я не знаю, на огороде, в доме соединить какие-то две трубы, и у вас не будет специального переходника, то я думаю, эта идея вполне может вам пригодиться. Держится вообще не провернуть, очень крепко, то есть все отлично работает. Но здесь маленько оно, конечно, гнется, потому что это обычная пластиковая бутылка, вот она и будет гнуться, но держится капитально, ребят. Особенно если резиночку проложить, то герметичность обеспечена. Также сейчас попробуем еще один вариант соединения. Держится все отлично, никуда ничего не девается. Схема рабочая. Следующий вариант, попробуем соединить две вот таких вот совершенно разных по своему размеру и форм-фактору трубы. Все так же при помощи обычной пластиковой бутылки. Как вы видите, получилось довольно неплохое прочное соединение из обычной пластиковой бутылки, то есть бесплатное соединение. Во-первых, найти какой-то переходник, схожий с вот этим, который сам подберет форму под ваши две детали, практически нереально. То есть вообще нереально. А это получается что-то вроде пластиковой термоусадки. Пластик не гниет, ему ничего, с ним ничего не случится на солнце. Также это соединение можно сделать герметичным. Вот сейчас я попробую его снять. Я вам вот на полном серьезе говорю, его нереально снять. Сейчас хочу предложить вам проверить прочность этого соединения. И мы сейчас сюда рельсу подвесим и попробуем все это дело протестировать. Сейчас я хочу попробовать с помощью вот этого соединения поднять этот рельс. Вы видите, он держит. Чтобы не осталось у вас сомнения, что здесь ничего не приварено, я разрежу и продемонстрирую вам это. Пластик стал настолько твердый, что его даже тяжело разрезать ножницами. Вот это прочное соединение, я сам не ожидал. Фух. Как видите, вообще никакой сварки, ничего нет. Просто обычное пластиковое соединение пластиковым хомутом. Сейчас я схожу за весами, и мы измерим, сколько весит вот эта рельса. Вот такие вот обычные весы, которые якобы должны удерживать 50 килограмм. Я не знаю, сейчас попробую проверить. Я сказал 25 килограмм, ребят, это примерно. Ну, 24-23 с чем-то, если вы видите. Кому понравилась такая идея из обычной пластиковой бутылки, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, друзья. Большая просьба, не забывайте нажимать на колокольчик под видео, чтобы не пропустить следующих интересных самоделок. Желаю всем добра, удачи и успехов. Берегите себя. Всем пока-пока.